Друзья, вот мы в магазине Puma. Смотрите, какие тапочки. Классные тапочки за 99 всего лишь. И мы так хотим их купить, чтобы отправить Наташиному папе снова по почте. Помните, мы уже сестрички отправляли шикарно во Вроцлаве, проехались на трамвайчике. Сейчас я померю. У меня, конечно, не такой размер, но... Ну да, это у меня большие, но просто нужно еще посмотреть. А ну? Ну, в джинсах вообще офигенно, в этих тапочках, в джинсах. Вот. А тебе на сколько вам нужны? Ну, прилично. На прилично? Вот те вот Nike, конечно, у меня были... Ну, нормально. Ну, папа не вылыка. Как ни странно. 42-й были в тело. Это классно. Народ, тапки просто... Сейчас мы их рассмотрим, просто вам покажу. Смотрите, такие блестяшки. Реально, девочка открылась, и вы видите, она немножечко в блестяшках здесь, блесточка. Я думала, что это смелка. Это такая милота вообще, класс. И она тут блестит, офигеть. А, да, сейчас вот это сделала, видно так. Народ, смотрите, какие блестяшки. Боже, они такие легенькие, ему точно понравится. Все, сейчас мы их смотрим, покупаем и бежим искать с вами новую почту возле галереи Краковской. Надеюсь, что найдем. Все, Наталка уже берет тапки. Классно, я покажу вам просто. Наташа тоже заметила. Смотрите, какая милота такая. Пумочки. Ну, это вот такое за 200. Оно 200 стоит. И, а вот эти тоже 200 черные. Думала, разница в цене. Это классно вообще. Это прикольные тапочки. Интересные. Все, друзья, все взяли. Магазин Puma на нулевом этаже, не ловила Wi-Fi, но мы нашли, что почта очень близко здесь находится. Тапочки купили, сейчас напишем какое-нибудь милое послание Наташиному папе, и заодно Наташа прогуляет свои тапочки. Но это было или будет другое видео про новую кожу. Мы нашли еще один прикольный магазин кожи, и Наташа уже все одела и все носит. Заодно и посмотрим, как они. Кстати, в Кракове сейчас очень тепло, очень жарко, и снова было типа дожди. Мы каждый раз приезжаем, типа дожди. На самом деле дождей не было, сейчас классная погода. Вот она, галерея Краковская. О, народ, вон галерея Краковская, оттуда мы идем. И ищем по Google карте. Слушай, как раз вот почту, чтобы отправить такой подарочек. Мяу! Наташа идет в красоте. Я думаю, что пахнет порошком так. А тут я стираю. Стиралочка. Это прямо это, да. Кстати, у тебя порошок. У тебя ботиночки в тему с чехольчиком. Вообще. Матч. А мы идем, ищем новую почту. И вот такой вот пакуночек будем отправлять. Это люди вот это несут стирать? Кстати, о, да, прикиньте, такой пакунок. Опа, думаю, и на постирушке. Центр, мы смотрим, думаем, что это такое возле галереи Краковской. Красивое здание какое-то. Наташа горит, кстати, это жилой дом, да? Конечно. Красивый. Вот нравится, не знаю, что такое новое, не огромное, 5-6 этажей, да, здесь. Что такое вот? Стены такие, наверное, неплохие, кирпич. Хороший кирпич, не гадкий. Да? И вот мы идем по Кракову. Все люди, по-моему, уже в галерее Краковской. Просто дофига людей. Соскучились по шопингу. Кстати, Ибис. Друзья, Ибис. А помните, вы Ибис были во Вроцлаве? В нем очень классный отель возле вокзала и вкусный завтрак. Вот Ибис такая система интересная. Кто был, пишите, но вот мы рекомендуем. О, смотри, Ибис отель и Ибис бюджет отель. Народ, сейчас я вам увеличу. Смотрите, как выгодно. Все возле вокзала. Вопрос, наверное, в удобствах. Смотрите, красный Ибис отель, а голубой Ибис бюджетный отель. Прикольно. По окнам одинаково. Вообще, так оно одинаково все. Не знаю, может там что-то может быть лучше. Прикольно. Вот Ибис китчен, Ибис кухня. Кстати, эта тема нужна будет в следующий раз. Хотя мы уже так ждем того момента, чтобы мы уже просто сели в Абу-Даби или в Дубае и вышли в Борисполе или в Жулянах. Ну, в следующий раз, может, кстати, рассмотрим Ибис или еще какие-то отели. Кстати, как Наташа заметила, мы здесь и не ходили. А что нам ходить-то? Центр в другой стороне, абсолютно противоположный. Ой, прикольно здесь. Такие, прям садик такой наверху. Очень яркий район. Очень. Какой-то он такой, не знаю, добрый. Я не знаю, что вам сказать. Прикольный. Хороший. Да, хороший район нам такой. Куда-то сюда, наверное, не? Куда нет? Сюда? Сейчас, подожди. Так, я пока почту здесь не вижу. Не знаю. Перейти, да? Ну, пока красный. Ну, перейдем сейчас. Так, смотрите, там мы с вами были, перешли. Наташа снова красоту заметила. Просто показываю вам такие кусочки интересные Кракова. Я надеюсь, что вам интересно. Кстати, вот сигналка часто проезжает вообще в Кракове. Или скорая, или пожарка, или милицейская.
Может, у них такое быстрое реагирование, но постоянно что-то. Наталка, ну что, я правильно увидела? Эти балкончики. Я сразу видела просто Украина. Потом смотри, такая, опа, вот она, польско-украинская новопочта. И жабка, кстати, вкуснейшие здесь хот-доги. Хочу попробовать, я пробовала уже в жабке хот-доги как-то, да. Но это было, по-моему, в прошлом году. Я хочу сейчас взять хот-дожек себе. Но после, как мы отправим, вот, новопочта номер 3, реально где-то 7 минут от отделения. 4 минуты ну, мне кажется, минут 7. Не, мы снимали больше. В общем, идем отправлять папе подарок. Народ, ну что, посылочка уже, надеюсь, поедет к папе. Сказали, завтра будет, да, вообще? А я не хочу. Он сказал, завтра будет. Ну, из Кракова, из Киева, в принципе, поезд скинул. Ну, да. Прикол был, когда мальчик спросил стоимость, типа, посылки, сколько указывает. Наша говорит, оплатить нужно. Говорит, платить нужно, если больше 150 евро. Он говорит, а Наша говорит, ставьте 149 евро. Он такой, это же тапки. Мы такие, ну, это пума, это крутые тапки. Что мы торгуемся, мы на базаре, че шо? Так что вот такое прикольное, светлое такое место. Я не знаю, оно какое-то такое яркое, прекрасное. Так, ну что, друзья мои, ну, обещали вам жабку хот-дог поесть. Ну, пошли за хот-догом, Наташ, да? Так, народ, простите, хот-дога не будем. Зашли, тут столько еды, а мы уже как бы и поесть бы захотели. Вот, взяла себе снова супчик, я показывала уже это все. И вот такие вот штучки. Как они, Наташа? Картопляники. Вкусные очень. Дируны. Да, дируны. Наташа себе какую-то штучку еще хочет взять покушать. Ну, картошечка, овощи и курица. 11.50. Ну, кстати, вот этих жабок такая еда хорошая, вкусная. Реально, ребята, вкусная. Вам разогревают. И они, ну, я не знаю, ну, очень вкусные. Вчера мы ели вареники, вот эти вареники. Их там столько, их там не 10, и там штук 16. Да, мы ели, съели. Наташа, мы ели, съели. Ну, ладно. Ели, съели. Вот такая вкуснота здесь есть. Все, в принципе, доступно, нормально. Ну, что? Бутеры какие, смотри. 13 это, да, смотри. Вроде вообще. Так что, друзья, вот такой видите. Немножко шопинга, новая почта. 5 вообще, да? Снова нет. Ой, тут так дует, отходим, дует, короче. Идем покупаем и идем наслаждаться едой. Берите тоже вкусняшки. Желаем вам приятного аппетита. Пейте кофеек, чаек. Всего вам доброго.